Всем здорова, с вами Дарья, и добро пожаловать в новое видео. И давайте сегодня с вами посмотрим на двадцаточку самых популярных женских айдолов. Мы посмотрим на тех, кто славится своей красотой, своими талантами и всеми прочими вещами, и как же распределился этот списочек. Да, чтобы узнать все самое интересное, конечно же, оставайтесь со мной и пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик, там происходит много всего интересного. Ну и минуточка благодарности за оформление спонсорской подписки. А если что, вся информация по поводу спонсорства, как всегда, есть по специальной кнопочке под видео. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну а мы начинаем! Ну и давайте будем продвигаться от 20 места к первому. Ну и на 20 месте находится Сель, которая популярна за счет своего рэпа и вокальных навыков. Ну и также она была участницей некогда существовавшей группы Tony One, но после того, как группа распалась, она дебютировала сольно. И популярна она не только в Южной Корее, но и в Америке. На 19 месте находится Наэн из группы A-Pink, которая известна не только своими музыкальными талантами, не только своими вокальными навыками и участием в данной группе, но и также тем, что она периодически снимается в корейских сериальчиках. На 18 месте находится Эйли. Она сольная исполнительница, которая популярна не только тем, что она очень талантливая певица, но и тем, что она сама пишет собственные песни. И на ее имя зарегистрирован на данный момент 21 сингл, что довольно-таки много. А на 17 месте находится Биби, южнокорейская певица и автор песен, которая дебютировала еще в 2017 году, когда Юмире обнаружила ее песни на SoundCloud. На 16 месте находится Сыльги из группы Red Velvet. И она выделяется своими танцами, несмотря на то, что она никогда не была профессиональной певицей, она является именно той, кого называют «дэнс-машина». Но и ее вокальные навыки также не оставляют никого равнодушными. На 15 месте находится Тэйон, участница группы Sonyeo Side, но помимо этого она также является сольной исполнительницей. Изначально она дебютировала в 2007 году, но после некоторых перестановочек и тем, что группа Sonyeo Side фактически ушла на покой, она стала более активна как именно сольная исполнительница, и также она выделяется в кей-поп-индустрии своим довольно высоким голосом. На 14 месте находится Джесси. И чем же знаменита она, помимо своего рэпа? А тем, что она довольно-таки дерзко любит высказываться, и она весьма прямолинейна, то есть она говорит то, что думает. Ну и помимо этого, да, у нее довольно-таки выделяющаяся среди корейских айдолов внешность. Ну и ранее она также участвовала в шоу I'm Pretty Rap Star. А на 13 месте находится Хвин из группы Мамаму, и выделяется она не только своими музыкальными талантами, но и собственным стилем. И также в 2019 году она дебютировала сольно. А на 12 месте находится Цзюй из группы Twice. И она привлекла к себе внимание, когда стреляла из лука на так называемом чемпионате по легкой атлетике среди айдолов. Ну и также, помимо всего прочего, она выделяется своим голосом и привлекательной внешностью. А на 11 месте находится еще одна участница группы Twice. И это Сана, которая как раз-таки привлекает людей тем, что ее, наверное, можно даже назвать королевой Эгё. Ну и также нельзя не отметить тот факт, что она является одной из японских участниц данной группы. А на 10 месте находится Solar из группы Mamamoo, и также она выделяется своим довольно-таки устойчивым и сильным вокалом во время выступлений. Ну и помимо всего этого, она также в 2020 году дебютировала сольно. А на 9 месте находится Momo из группы Twice, относительно такой вот высокой популярности которой многие могли бы усомниться, особенно после того, как были раскрыты ее отношения с Хичолем. Но от этого ее популярность, пожалуй, только взлетела. Ну и также она знаменита своей довольно милой внешностью и тем, что она входит в тройку лучших участниц группы Twice. А на 8 месте находится Сунми, которая и так была популярна не только в Корее, но и по всему миру, но после выхода ее сингла Кашина она стала определенно еще
более популярной сольной исполнительницей. А на 7-м месте находится Тюнуа, которая дебютировала изначально с группой IOI после шоу Produce, но после этого в 2007 году она дебютировала сольно и привлекла не только своей внешностью, но и также музыкой. А на 6-м месте находится, конечно же, Чон Суми. Если бы она не попала в этот список, это было бы максимально странно, потому что она, ну, просто покоряет с первого взгляда. И изначально она также привлекла к себе внимание через IOI, которая вышла из шоу Produce. Ну а позднее, после того, как она, по-моему, сменила компанию, она наконец-таки смогла дебютировать сольно. А на 5-м месте находится IU. Конечно же, куда же список самых популярных девушек в кей-поп без IU, которая популярна не только в Корее, но и по всему миру. И изначально она как бы такая дочь нации, по-моему, это называется так. В общем-то, это тот человек, который вот максимально близок. Он делает огромное количество каких-то хороших вещей для страны. Он как бы вот таким образом продвигает свою страну. Он такой весь заботливый, прекрасный, классный. Ну, в общем-то, вы можете поискать информацию на этот счет. И она действительно является такой вот выдающейся персоной в этой индустрии, которая, ну, отличается от многих. Отличается от многих и тем, насколько она талантлива, и тем, как она себя всегда преподносит. Ну и также нельзя забывать тот факт, что помимо того, что она является певицей и автором песен, еще у нее там много званий можно назвать, она также является и актрисой, и причем довольно популярной. Ну а на 4-м месте находится Хёна. Конечно же, куда подобный список без Хёны? Она известна своим вот этим вот дерзким отношением, дерзкими одеждами, дерзким поведением, своим офигенным бойфрендом, который некогда был участником группы Пентагон. Ну и также тем, что она сама изначально вышла из группы 4 Minute. Ну и, конечно же, да, I'm not cool. Yo. Я думаю, вы все прекрасно слышали эту песню, потому что она настолько заедает, что невозможно перестать ее напевать, а возможно и даже пританцовывать. А на 3-м месте у нас находится прекрасная Хваса из группы Мамаму, которая известна не только своим сильным вокалом, но и своим довольно-таки таким вот крепким характером и желанием как бы показать себя такой, какая она есть, не подстраиваясь под рамки кей-поп-индустрии, потому что это именно то, чем она привлекает к себе внимание. Привлекает к себе внимание как тех людей, которые ее обожают за это, так и тех людей, которые говорят, что ей стоит быть как остальные айдолы. А на 2-м месте находится Розе из группы Blackpink и, конечно же, Underground. Это просто что-то с чем-то. Это ее сольный, так называемый, дебют. И это нечто прекрасное, действительно. Потому что Роза является тем человеком, который известен не только своей внешностью, своей такой вот осиной талии в некотором смысле, но также и своим голосом. Ну и первое место, несмотря на все истории, в которые она попадала, это, конечно же, Дженни из группы Blackpink. Кто бы сомневался? И, собственно говоря, да, она известна не только как участница данной группы, она дебютировала соло с песней «Соло» ровно в тот момент, когда были раскрыты ее отношения с участником группы EXO. Ну, а на данный момент счастья, любви и всего прочего с G-Dragon'ом из группы Big Bang. Ну и вот такой вот интересный списочек у нас получился. Ну и, конечно же, я хочу отметить тот факт, что данный список является статистическим и составлен он не мной, так что не надо предъявлять ко мне претензии, почему вот какой-то там любимчик ваш оказался на вот этом месте, а какой-то на вот этом, и почему я их так распределила. Я их там не распределяла. Так что да. Свое мнение, конечно же, о том, как вы кого бы поставили, не статистически, пишите в комментариях. Да. Мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Там всегда на моё, я работа на нём, капсу на нём.